Всем привет! Есть вот такой смеситель, повидавший виды. Моя задача — открутить вот этот болт. Вода в наших водопроводных трубах, сами знаете какая, и вследствие постоянного воздействия столь агрессивной среды болт существенно заржавел, и выкрутить его не представляется возможным. Тот, кто имел дело с различного рода сантехникой, знает, что в смесителях обычно шпилька должна быть латунная. Но хозяин этого смесителя по неизвестной мне причине установил сюда обыкновенный болт на 8 мм. Моя задача — выкрутить из данного произведения сантехнической мысли этот болт. Нагревать, стучать молотком и прочее уже пробовали. Не помогло. Для решения проблемы потребуется средство под названием крот. Активно используется для очистки канализации и тому подобных вещей. Скорее всего, есть у каждого хозяина или хозяйки. Также потребуется источник постоянного тока. Также это может быть и какая-либо зарядка для мобильного телефона или какой-либо другой электронной техники. Также понадобится отрезок довольно толстой медной проволоки и вата, изготовленная во времена развитого или не очень развитого социализма. Я шучу, естественно, вата может быть и современной. Поскольку средство содержит в своем составе едкий натр, работать с ним лучше всего в перчатках. И лучше всего в резиновых. Источник постоянного тока подключаю следующим образом. К детали минус, к медному электроду с ватой плюс. Напряжение 12 вольт. Смачиваю электрод с ватой в едком натре. И аккуратно обрабатываю поверхность, где болт непосредственно прикипел к основной детали. Время от времени по степени износа вату стоит менять на свежую. На новую, на классную, на другую. Между прочим, электрод может быть и из нержавеющей стали. Для большей наглядности покажу, что происходит на отрезке ржавого железа. Вот так металл выглядит до обработки. И вот так металл выглядит после обработки. Можно утверждать, что метод очень эффективен. Обработка завершена. Смеситель, к слову, я разобрал для удобства. Не знаю, почему я этого не сделал ранее. Видимо, потому что я не сантехник от Бога. Зажимаю в тиски и пробую открутить прикипевший болт. Для начала пробую по чуть-чуть вправо-влево. Уже вижу, что откручивается. Победа. Немного прохожусь наждачкой для того, чтобы убрать следы вшей, тараканов и мышей и крыс. Собираю все в единое целое и мчусь по Магарыч. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться все непременно. До новых встреч. Жму руку, но пасаран. Пока.